Вот это вот американский стаффордширский терьер. 2 месяца. Очень красивый, очень смешной, с очень голубыми глазами, с розовым языком, с острыми зубками. Это не собака, а просто чудо. Грызет, грызет хозяйка. Да. Грызет. Пузико толстое. Да, упитанное. Это окрас называется голубопалевый. Ну, большая вероятность того, что щенок вырастет и будет палевый. Голубизна уйдет. Таня, чуть-чуть, вот, чуть-чуть назад, туда, назад, вот, больше попадает на щенка. О, шикарно. Вот. Видно хорошо, что глаза еще голубые, еще маленькие. Потом глазки будут серые. И щенок немножко поменяет окрас. Вот такое вот чудо. Чудо чудное. Лапкой. Лапкой, лапкой. Ой, нос щурит. А рычит вообще он? Да. Когда с игрушкой играешь, забираешь у него игрушку. Пускаем. Что ж ты его нюхаешь? Он же маленький. Малышка. Мало того, что кобелек еще маленький. Вот так. Копкой. Тору нужно показывать, что нельзя кусать собачек. Тор. Можно чуть-чуть ему давать больше, чтобы он поправился чуть-чуть. Хорошо. Это мы стали активно, суперактивно бегать, а то раньше у нас было час активности и 2 часа сна, а сейчас он стал очень активно бегать, стал немножко этот. Mm-hmm. Ну, он у нас такой пузатый ходил. Mm-hmm. Да? Ну, даже не, он должен быть не пузатый, у него должен быть немножко выслой. Хотя чуть-чуть. у стаффов mm-hmm. может быть. Ну, хотя нет, они могут быть такие достаточно плотненькие. Хороший. Mm-hmm. Где твоя игрушка? Где твоя игрушка? Иди, свечи. Теперь нужно ему отдать канатик, когда он будет довольный. Вот, теперь щенок остался довольный. Что ты там нашел? Иди, кучу, тварь. Ты посмотри. Оп, ты маленький такой, маленький. 2 месяца. Отстроит из себя взрослую собаку. Строит взрослую собаку. Да, да. Посмотри, ни шагу назад. Ни шагу назад.